Алиса. Что вы чувствуете, когда мама говорит так? Чувствую, что хочу домой. Вы уже устали? Не знаю. Пожалуй, немного. Вы думаете, дома вам будет комфортнее, чем тут? У меня больше нет дома. Куда же вы хотите? Не знаю. Вот, писательница. Тут знаю, тут не знаю. Она трех слов-то связать не может. А еще писать что-то собралась. Но думать уже надо. Писать проще, чем говорить. Я, Анна Карловна, ей сказала. Ты сначала получи нормальную профессию. Потом делай, что хочешь. Хоть картины рисуй, хоть романы пиши, хоть вон на радугу пукай. Но ведь правильно же? А вы ведь теперь видите, что? Что? Чемоданы и тот толком собрать не может. Скажите, а что в вашем понимании нормальная профессия? Да всякая профессия нормальная, которую осваивают, вгрызаются в которую. Вон люди на заводах и фабриках пашут, а она... Я ее по случаю на курсы бухгалтерские устроила. И знаете, что она мне сказала, когда она их закончила? Говорит, мама, а можно я не буду этим заниматься? Ну вот скажите, она нормальная? Полгода отучиться на подготовительных курсах, получить приглашение из Белотаровского университета, и на тебе, не хочу. Мы ведь уже чемоданы собрали. Все, можно сказать, уехали уже. К вам мы только по дороге зашли. А дальше мы Белотаровск. Алиса, сегодня вы покинули свой дом. Скажите, вы хотите именно туда? Да не туда она хочет. Я думаю, что всем будет комфортнее, если каждый будет отвечать за себя. А я за себя. Я ведь не за вас же, правильно? Вы что думаете, я совсем ничего не понимаю, что ли? Мне подруга, Машулька моя, сказала, ты отведи девочку к психологу. У нее депрессия. Так вот на тебе, пожалуйста, психолог. И что? Что? Да. Что вы все что, что, то? Даже и тут слова мне не дают сказать. Сидит тут. А чьи разочарования унылая пора. Хорошо. К сожалению, наш сеанс подходит к концу. И я предлагаю подвести итоги. Алиса, сегодня вы уезжаете из нашего города. Вы же сегодня едете? Завтра. Сегодня в отель переночу. Угу. В начале нашей встречи вы очень часто говорили о доме детства. Вы бы хотели провести сегодняшний день там? Я даже как-то не думала об этом, но я очень бы хотела. И я уверена, что это пошло бы вам на пользу. Если вы проведете последний день перед отъездом в стенах родного дома, это поможет вам справиться с гнетущими мыслями о переезде. Как вы считаете, может быть, стоит дать возможность Алисе еще немножечко побыть дома? Ну, может быть. Может быть. Так. Ехать нам приблизительно часа три. Значит, завтра в 8 часов мы должны уже выехать. Ну что, Алиска, успеем, да? Ну все, нам пора ехать, раз уж отель отменяется. Ну что ж,
спасибо вам за обратную связь. Удачи на новом месте. Да ну и вам тоже. И вам тоже. Спасибо. Вы уж зла-то не держите. Я побухтеть это люблю. Но ведь это же все на сердце, понимаете? Ну и прижало же тебя на прощание здесь посидеть. Это же наш дом. Ну, во-первых, мы уже здесь 3 года не живем. А во-вторых, это уже не наш дом. Скажи спасибо добрым людям, что согласились на следующей неделе уехать. Алиска, ты куда? Госпожа Семенова всегда любила осень. Это именно то время, когда тепло снаружи уже не перебивает тепло внутри. Но холод еще не замораживает стареющую душу, списанного в утиль хранителя древнего культа. В который раз Анастасия заканчивала свой пятничный вечер в безымянной забегаловке возле своего дома. Она тихо сидела в конце зала, пристально вглядываясь в темные воды своего излюбленного нектара. И голову ее омрачали тревожные мысли. Алиска! Ой, ну и духота же у тебя тут. Хоть бы окно открыла. Ничего с собой забрать из комнаты не хочешь? Я даже как-то не думала об этом. А почему дверь в кладовую была открыта? Вот это? Да. Ну, ты что-то путаешь. Я уже несколько лет ключей не могу найти. Да и зачем? Там одно старое хламье хранится. Эта дверь только что была открыта. Ну, наверное, там что-то само сломалось. Но это неудивительно. Дом постепенно приходит в негодность. Алинка скоро придет. Зачем? Владение новое осматривать будет. Можно я с ней разговаривать не буду? Ну вот и в кого ты у меня закрытая такая? Вот, уже приканделяла.
Ну вот скажешь ей в два, она в два же припрется. Здесь свободно, произнес металлический голос. Давай ты не хочешь. А времени пришло еще. Пусть здесь что-то с твоей останется. Ну, мало ли там что. А то смотри, я покупателей надыбаю быстро. Ну, ты надыбаешь-то своих самоторских, а? Помаленькой хочешь? Можно. Так. Ключи над дверью оставлю. Угу. И раз уж так случилось, что мы здесь, то вот тебе на расходы разные. Угу. Если надо будет, еще вышлю. Угу. Ты заходи хотя бы раз в месяц, посматривай. Угу. Ну и дядь Петь тоже дай немного. Пусть приглядывает. Только не наливай ему много. Уже человек. Хорошо, давай. Алиске-то сказала, что дом продала. Mm. Ты не сболтни там. Не, я молчок. Ну, рассказывай, что там у тебя да как. Да, да. Все по-старому. Конец сезона, столики вернем. Все. Погоди, не торопись. Ой. Ладно тебе. Давай. Давай. А мы как только там обустроимся, я всем вам там покажу. Мне как только регионального дадут, я быстренько там развернусь. Ах ты, ворона. Давай-ка лучше спать. Спать. Можно и спать, конечно. Давай-ка я тебя ложу сейчас. Вставай. Ну, ладно тебе, я все. Тут вообще ты начинаешь тоже. Вот это. Я сама дойду. Ну, давай, дядь, спать ляжем. Ну, спать. Спать. Ну, конечно, не ляжем. Конечно, ложись. Да. И ты тоже ляжешь. Что ты там делаешь? Алиска, ты есть будешь? Алиска.
Ты здесь? Алиска, ты есть будешь? Мам, подожди секунду, я почти закончила. Хорошо. Алиска, ты зла-то на меня не держи. Мне в твоем возрасте таких возможностей никто не давал. А кто-нибудь отбирал? Что? Возможности. Ну, нельзя так, Алиска. Решать нужно уже сейчас. Если со мной не поедешь, практику не начнешь, все, шанса уже другого не будет, понимаешь? Нет. Ну, зачем тебе здесь оставаться? Что тебе здесь делать? Слушай, как это мы с тобой здесь вообще оказались? Ты что, вот здесь свои романы пишешь, да? Тут я только смотрю. Куда? Вон там. Видишь, человек сидит? Ну, допустим. Ее зовут Анастасия. Она ведет двойную жизнь. Днем она примерно семьянин, любящая мать, заботливая жена. А знаешь, что по вечерам? Она ходит в секту. Тайный культ Ураборос. Их задача — хранить и защищать секрет об ужасном чудовище, которое пытается выбраться наружу. Она может побороть волю любого человека, заставить его видеть то, чего нет. Она сводит с ума. И обращает людей против друг друга. И каждый вечер в подземелье церкви они сдерживают его мощь. Thank you.